значит, по пенсиям, работающим пенсионерам. Коллеги, действительно, мы обсуждали это и в ходе встречи с фракциями, которые были вчера и на чуть раньше. Позиция наша следующая. О том, что пенсия – это компенсация за утраченный заработок. Да? И если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию. И мы видим, как заработная плата в последние годы и в прогнозах, она растет. Причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции. Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а вопрос справедливости, когда, получая и заработную плату, и пенсию, мы говорим, давайте еще индексировать пенсию. Наверное, это не совсем, справедливо, поскольку в случае после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и заработную плату, он будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы. Поэтому, на наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают. И именно это учтено у нас в бюджете. Именно повышенная индексация, высший уровень инфляции учтена у нас в бюджете. Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает. И именно этим гражданам нужна государственная поддержка. Спасибо.